Об итогах работы рассказал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что среди всех принятых документов отдельный блок посвящен поддержке участников специальной военной операции. Например, закон о признании их ветеранами боевых действий, о выплатах, о кредитных каникулах, возможности вернуться на свое рабочее место и многое другое. По словам Матвиенко, в Совете Федерации часто обсуждается и психологическая реабилитация участников после завершения СВО. Чувствует это каждый, не вообще, а каждый участник специальной военной операции или мобилизованный, или доброволец, для нас не имеет значения, они все герои, правда. Вот каждый получил ту помощь, которая ему нужна. Касается ли это протезирования, касается ли это лечения, там, специальной реабилитации. Вот за каждым будет установлен контроль.